Ну, чи у вас щось не так до дочок? Чи вони вам не рідні? Якби нас чекали там, якби нас чекали. 8 лет отут би не было бойни этой. 8 лет не было Енакиева, он родственники живут, а я туда не могу поехать. У меня родители там, у меня все друзья там, у меня вся родня там. А что вы хотели, чтобы ваши дочки сделали? Ну что они могут? Две девчины, две дочки. Вы человек. Вы робили, не мы робили, вы робили из нас, как котик. На Россия на нас напала, что нам остается? Не надо говорить, что Россия на вас напала. Не надо. А кто? Вы 8 лет, вы с 4-го года. Бомбили бомбас, да? 2004 года вы провоцировали эту Россию. Что Янукович плохой, что тот плохой, что это, регионы плохие. А они хорошие были? А что, они погані были? Так. У нас отут больше люди говорят на украинской мове, чем у вас. Ой, повірте, ні. Ну, повірте. Повір мені. Ні один преподаватель на українському язикі не подавав. Це де саме? Де? У Києві. В 79-му году я учился. 89-й рік СРСР? Ви що, прикалуєтесь? 4 года я на родину не можу поїхати. Я не можу пойти на родительське кладбище, могилу помянути родителей не можу. Хто виноват в этом? Хто? Ну, скажіть. Я не знаю, хто. А, за яку ви свободу боретесь? Давайте так. Через два дня за Бендеру этого ви боретесь. Я більше з іншим, ти висрав.